Дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, как вы знаете, я 2 дня назад я снимал фильм «Инопланетяне напали на нас». А друг, я сказал моему другу, где снимать вторую часть, в кафе или дома? Он ответил, предлагаю, чтобы снять дома, потому что у нас... останется в моем доме, потому что ее родители уехают в Россию на 1 неделю. И я сказал, да, так и сделаем. Так что ждите, будет через 2 дня, в понедельник, мы снимем фильм «Инопланетяне напали на нас», вторая часть. Будет много частей, не знаем, будет много частей. Его вот так делаем, и будет 1 час, наверное. Другой будет, наверное, 20 минут. Другой будет 39 минут. А другой будет 59. Тогда будет 1,5 часа. Ну что, видео закончено.